Доброго всем дня, с вами Артем Романов. Вот мы зашли в наш апартамент. Небольшая кухонка, прихожая, здесь у нас санузел, отдельная спальня, два балкона, а первый балкон в общей комнате. То есть вот так у нас небольшая совсем зона отдыха, я бы сюда поставил все-таки диван, чтобы как-то увеличить пространство. Хороший вид, восточная сторона, приятный вид во внутренний дворик, соседний отель. Вот такая зона отдыха на балконе. Кухня с плитой, микроволновкой, холодильником. Санузел душевой кабины. Сейчас мы пойдем в спальню. Спальня очень хорошая, просторная, большой двухспальной кроватью. Также с видом на восток. То есть утречком здесь солнышко, очень красиво. И тоже хороший балкончик. Такая вот у нас квартира. Небольшая, но очень уютная. Третий этаж. Комплекс Перун Лодж. Цена 26 тысяч евро. Вот. Небольшой санузел. Хорошая встроенная биде. Биде-санузел, туалет в смысле, душевая кабина. Все сделано, в принципе, очень добротно. В прихожей у нас стоит шифонер и небольшая еще ниша для верхней одежды. Вот такая хорошенькая небольшая квартирка, уютная и, в принципе, функциональная.